которые однозначно мешают учебному процессу. Мы, кажется, понимаем, о чем вы. В какой-то момент подростки просто перестают учиться, а все потому, что в голове у них абсолютно посторонние мысли. А нам и на это есть что вам показать. Oh,
легко вы нашли общий язык с учениками в первые дни работы в школе. Да, мне бы хотелось и в дальнейшем вспоминать об этом. Находить общий язык с учениками, добросовестно выполняя свои обязанности. А что у нас дальше? А дальше вам пора проснуться.